Это был поход в памятник природы, скалу Гибрантас или водопад Магак, который расположен в Абдилиловском районе Республики Башкортостан. Место очень популярное. Туда частенько направляются автомобили. Из скалы открывается отличный вид на близлежащие окрестности. Про скалу есть очень тайная история. Когда-то давным-давно Гибран-Батыр, задерживая врагов, поднялся на скалу и принял неравный бой, чтобы жители деревни успели подняться по тропе реки Магак на Кыркытау и уйти на Уралтау и Кыркытау, где они проводили лето. Врагами могли быть казахи, монголы, царские каратели, красноармейцы, дутовцы, калмыки, нагайцы. Кем был, когда жил потомки Гибран-Батыра, все это пока большая загадка. Рядом с скалой находится водопад Магак. Старое название водопада – Кандыбиль. Водопад лучше всего посещать в конце апреля и начале мая. В это время можно достать максимальную мощь водопада. Ревущий поток скачет через несколько уступов, образуя красивые каскады. Летом водопад становится маленьким, почти незаметным ручейком, проходящий через огромные камни. У низовья водопада образована чаша, где любой желающий и теплая погода может искупаться. Вода очень бодрящая. Природа вблизи этих мест отличается своей красотой, наличием большого количества маленьких зверьков. Ястрец, на склонах гор можно найти ягоды и малины. Доехать до водопада Магак можно, если со стороны Магнитогорска нужно ехать по асфальтированной дороге около 30 км до небольшого села Салавата и поворачиваем направо. А если со стороны Аскарова 14 км по асфальтированной дороге, проезжая село Кузаново, поворачиваем налево. Проезжая по деревне Салаватова, нужно будет держаться левой стороны дороги, будет вести через небольшую речку. Далее после деревни будет идти грунтовая дорога, около 4 км. При подъезде к водопаду вы увидите плакат. Грунтовая дорога почти заканчивается у брода через реку Магак. Автомобиль лучше будет оставить на берегу, если вы приехали на автомобиль, и прогуляться около 1 км пешком до водопада на речке Магак. Недавно водопад оградили забором, как местная достопримечательность. Я также рекомендую посетить Кузановские лиственницы, которые находятся рядом. Ну что, всем пока. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, чтобы я снял еще больше видео для вас.